Я готов пригласить на сцену также и самого главного, как я его назвал, диктатора. Но это диктатор в хорошем смысле. В искусстве и должна быть диктатура. В театре все зависит от того, кто главный режиссер, кто главный дирижер в оркестре. Искусство допускает диктатуру. Это Валерий Дмитриев. Валерий Дмитриев, заслуженный работник культуры России. Валерий Вадимович, ну, я знаю, что вы очень любите Каунта Бейси. А Каунт Бейси — это для всех, кто знает, что такое биг-бенд, что такое оркестровое звучание, это класс. И у вас в репертуаре много есть от Бейси, и даже если это не Бейси, все равно мы все ученики его. Поэтому начните с чего-нибудь такого заводного, а потом программа сама пойдет хорошо по себе. Правильно? Не важно совершенно, все равно Бейси. Да. Итак, Бейси в Заречном и в Пензе, скажем так. Валерий Дмитриев и его биг-бенд, город Заречный. Thank you.
Это джазовая классика. Спасибо. Спасибо, Валерий Дмитриевич. Спасибо, что Биг Бен приехал из города Заречного. Естественно, Биг Бен приехал вместе с солистами, которые исполняют джазовую классику. Итак, вперед. Звучит джазовая классика. Светлана Малеева. Светлана Малеева. Аплодисменты. Специальный заезд из города Заречного. На огромное расстояние при такой жаре. Уже героизм. Спасибо. This can be love, because I feel so well. No sounds, no sorrows, no sounds. This can be love, I get no dizzy spells. My hand is not in the sky. We'll be right back.
Светлана Малеева. Светлана Малеева и оркестр Валерия Дмитриева. Заречный. Спасибо Светлане Малеевой за первое выступление, за первый выход. Сейчас слово оркестру. Оркестровая музыка. Город Заречный, Big Band Валерия Дмитриева. Дорогие друзья, ну поскольку жарко, я так немножко думаю, вы устали от официальной части, когда всем вручали грамоты, говорили, все такие хорошие, все так много сделали для фестиваля. А я вам скажу, что про Пензу и Пензенскую область слышали в России прежде всего благодаря оркестру, который в Заречном. Потому что этот оркестр был ряд очень многих фестивалей в других
российских городах. И там и лауреаты-вокалисты, которые выступают с оркестром. У них у всех есть эти звания, они завоевали это и в Тольятти, и в Саранске, и где еще вы только не были. Еще за Уралом не были. Ну не надо, сошлют вам со временем. Вот так что это все замечательно. У оркестра очень много заслуг. Я все их не перечисляю. Достаточно, что вы ощущаете, что это дисциплинированная классическая музыка. И снова мы идем в классический джаз, только голос сменится. Выступает еще один лауреат фестиваля, это Екатерина Гаранина. Екатерина Гаранина, Заречный. Да, можно скажу, я обещала просто, эта песня будет для Валентины Васильевны. Фамилию укажи. И должность. И должность. Oh.
Street. Basic Street. Екатерина Гаранина. Екатерина Гаранина. Спасибо. Дорогие друзья, Big Band — это понятие существует уже почти век. Уже давно. И, конечно, Big Band сегодня сидит ненормально, а вообще всегда обычно сидят впереди самые слабо звучащие — это саксофонисты. Сегодня они тем более слабы, потому что их только 4, а не 5. Но зато... Пять, да? А где пятый? Что-то не вижу. А, не поместился, да? Ну, тут... Не, ну уже, я понимаю, да, пять саксофонистов, да, действительно. А я как-то сбоку считал. Это ничего. Зато трое нарушают дисциплину в головных уборах. Но это им разрешено? Выдающиеся люди, я понимаю, должны отличаться. Ничего страшного. Я хочу сказать, что здесь все перемешано. В первом ряду еще и тромбоны. Но вот, допустим, группа саксофонов. Хорошо озвучено. Ведь саксофон – классический инструмент. Придуман был давно-давно, там, в 19 веке. Берлиоз его использовал, и Глазунов использовал. Но в симфоническом оркестре саксофон появляется один только, замешан с кларнетами. А вот изобретение джаза, звучание 5 саксофонов, причем разных, и вместе – это надо отработать. И я считаю, что в Пензенской области это единственная группа саксофонов. Можно ее поднять? Саксофонисты! Вам аплодисменты. И у всех саксофоны американские в Пензе продаются свободно на каждом углу. Великолепно. Спасибо. А дальше идут тромбоны, которые должны сидеть во второй группе. Сегодня они впервые впереди. Они себя так неуютно чувствуют. Кстати, они не в тени, они освещены солнцем. Тромбоны, вам поаплодируем тоже. Тромбонисты, можно поднять вас? Спасибо большое, я знаю, что неудобно. А теперь сядете и надолго. Ну, а трубы уже стоят. И они сгруппировались там, как в детском саду, вокруг елки. Значит, там просто нигде не поместится. Видно в тени 5 трубачей. Один другого лучше. И на них все держится. Они ведущие. Если в симфоническом оркестре главный кто? Первый скрипач и скрипки. То в джазе это первый трубач и трубы. И вот они все перед вами. Трубам поаплодировали? Спасибо. Все остальное это не имеет никакого значения, но с этого все начинается. Это ритм группы, это барабанчик, бас и гитара и клавиши. Ура, всем спасибо. Ну и, конечно, дирижер, диктатор. А как же? Ну давайте дадим ему власть еще, пусть поиграет оркестр. Итак, пожалуйста.
Так вот, в 15 километрах от Пензы есть такой оркестр. 15 или 16, я могу ошибиться. Да, что-то так, да. Это смотря на чем ехать, а зависит от этого. Ну, должен вам сказать, что оркестр существует, конечно, это замечательно. Замечательно, я очень рад, что я вижу директора клуба, который приехал специально сюда. Замечательного Дворца культуры Николай Анатольевич Сизов, который поддерживает оркестр. Вот грамоту вам сегодня тоже должны бы дать вообще. Ну, наверное, в следующий раз, года через три. Потому что Заречный все равно никуда не отпустят. Когда фестиваль будет в Пензе, всегда будет Заречный. И всегда будут те же самые знакомые нам лица. Они меняются постепенно, омолаживается состав. Это же понятно. Но дадим музыкантам подстроиться. На воздухе инструменты очень быстро начинают не строить между собой. Но все в порядке. Самое главное, что они все слышат. Все. И слушают ваши аплодисменты, это тоже. А сейчас Светлана Малеева. Классика.
Светлана Малеева. Светлана Малеева, спасибо большое. Оркестр остается на сцене. Опять слово оркестром. Инструментальная музыка. Вообще, знаете, джаз вообще инструментальная музыка. И вокалисты появились в джазе только тогда, когда джаз начал работать на танцах. Пока это были не танцы, а маленькие какие-то клубы, там музыканты сами справлялись. Если кому-то надо что-нибудь спеть, музыканты пели сами. Голосу никаких претензий. И когда вокалистов набирали в 20-е, в 30-е годы в Соединенных Штатах Америки, то в книгах так в истории написано. Подбирали по внешнему виду. Хорошенькую девушку с осиной талией, прекрасно выглядящую, с красивой походкой. Говорили, ну ты подойдешь. Потом она уже уходит, почти закрывает дверь, и ее догоняет. Слушай, мы не спросили, ты петь-то умеешь вообще? Это было не так важно, понимаете? Вспомните фильмы, какие-нибудь американские старые, с Мерлин Монро там. Вот должна быть такая гризетка на фоне мужского коллектива. А пока не возникли вот эти танцы под оркестр, никому не нужны были поющие женщины, абсолютно. И вообще они в джазе были не нужны. Ну, джаз такое мужское дело, как и шахматы. Но сегодня есть масса женщин, играющих на саксофонах, на тромбонах, на ударных. Все это пока до нас еще эта эмансипация не дошла. И образование не дошло. Поэтому оркестр мужской. Ну и слава богу, мужской коллектив. У вас есть что сказать. А потом мы снова выпустим вокалистку. Так что, пожалуйста, сейчас реабилитируйтесь. We'll be right back.
И аплодисменты все достались барабанщику, естественно, совершенно, ударные инструменты. Отдельно. Все правильно. Латиноамериканские ритмы нам при такой жаре очень впору. Все нормально. Ну и еще один выход Екатерины Гараниной. Екатерина Гаранина, прошу, джазовая классика. Аплодисментами встречаем выдающихся солисток из города Заречного. Осторожненько. The lonely nights will be ended soon. Two hearts as one will be blended. What about a baby?
Екатерина Гаранина. Екатерина Гаранина. Привет от Пензы, городу Нью-Йорку. Где, кстати, на такой же лужайке на 42-й улице проходит фестиваль. Летом, обычно в июле, тоже жарко. Народу значительно меньше. Здесь больше народу. Там в основном иммигранты. Американцы сами джаз не слушают. Им это неинтересно. Они заняты бизнесом. А нам интересно, потому что, во-первых, мы эту музыку любим. И кто не любит, тот не слушает. Тот может выключить, не прийти, можно встать, уйти. В джазе нет таких законов, надо сидеть и слушать обязательно в такой церемонной тишине, как это принято в филармонии на академических концертах. Нельзя шушукаться, нельзя там подвинуться, нельзя кашлянуть. Опасно во время симфонии Моцарта, оскорбление великой культуре. А джаз родился как бытовая музыка, стал серьезным. Настолько серьезным, что иногда нужно как кроссворд отгадывать эту музыку. Но сегодня на сцене перед вами биг-бенд, а это символ классической музыки, конечно, джазовой. И здесь и танцевальная музыка, и концертная, все вместе. И популярные песни, и узнаваемые мелодии, и главное, приятные традиционные ритмы, которые никуда от нас не денутся. Они повсеместно шагают по планете. И, конечно, шагают по Пензе,
благодаря усердиям музыкантов из Пензы и Заречного под руководством Валерия Дмитриева. Слово оркестру! Причем это последнее слово, это завершение нашей программы.
биг-бенд под управлением Валерия Дмитриева, город Заречный. Диплом за активное участие, весомый вклад в развитие джазового искусства вручает руководитель и автор проекта фестиваля, заслуженный работник культуры Российской Федерации Алексей Львов Белов. Я хочу сказать огромное спасибо моему большому другу Валерию Владимировичу Дмитриеву, человеку, который на протяжении многих-многих лет занимается оркестром этой тяжелой работы. И благодаря ему и поддержке администрации города Заречного у нас на сегодняшний день еще существует один большой джазовый оркестр. Спасибо, Валерий Владимирович. Спасибо музыкантам оркестра. А теперь мы приглашаем вас в большой зал, где в 19 часов продолжится концертная программа четвертого дня международного фестиваля, в которой принимает участие трио Иванов-Фармаковского, город Москва, и академик БЭП под управлением народного артиста России Анатолия Кролли, Кролла, город Москва.